Наши онкологические пациенты, я считаю, не должны быть в очереди. Надо УЗИ. Если надо, если врач показания имеет, и это и есть показания, врач назначает, все. Значит, надо делать сегодня, завтра, край. У нас очень жесткие рамки. Со следующего года координаторы вот, создания ЦАОПов, Центральной амбулаторной онкологической помощи, нам говорят следующее. В течение одного дня, как терапевт заподозрил образование, пациент должен попасть к онкологу. Вот это должно произойти. В течение одних суток онколог должен взять биопсию. В течение 15 дней пациент должен уже, если это необходимо, быть консультирован в онкодиспансере. И в течение еще 15 дней ему должно, если диагноз подтверждается, должно быть проведено радикальный метод лечения должен быть. Радикальное лечение. Вообще реально такие сроки? Ну вот сейчас, если... Проблема в Штатах опять. Ну, я так понимаю, то есть человек, например, пришел с утра к терапевту, угу. Да, у терапевта появились какие-то подозрения, и уже в этот же день... В этот день, скажем, и максимум следующие сутки. Сутки. Он должен уже быть на приеме онколога. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нам нужно как минимум несколько онкологов, да? Как минимум еще несколько, как минимум в онкодиспансере. Потому что очередь туда, к сожалению, ну не укладывается. 14 дней, 2 недели, не укладываемся. Угу. Проблемы есть, проблемы решаются. Привлекать будем специалистов.